Всем привет, это спортмарафон и обзор на дорожные сумки серии Caldera бренда Eagle Creek Wheel Duffel. Они представлены в двух объемах, это 100 литров и 70 литров. Начинка у них абсолютно одинаковая, и рассмотрим мы подробности на 70-литровой версии. Обе сумки обладают очень мощной конструкцией, которая выполнена из полиуретана. В этой же конструкции вы найдете телескопическую ручку, которая имеет два положения и прячется в эту же конструкцию, благодаря чему она супер сильно защищена. Если вам прилетела куртка, но прямо сейчас она вам не нужна, то вы легко ее фиксируете с помощью код-кипера на ручке данной сумки и легко перемещаетесь вместе с ней. Это очень удобно. А теперь давайте посмотрим, что у этой сумки внутри. Во-первых, фиксируется она с помощью компрессионных ремней по бокам, что очень удобно, если вы не используете весь внутренний объем данной сумки. Это позволит вам сократить ее внешний объем. Она имеет два отделения. Основное очень большое. Имеет внутри компрессионные ремни, которые оснащены вот такими вот сетчатыми крыльями. В отличие от обычных компресс-ремней, такая конструкция с крыльями позволяет очень плотно зафиксировать вещи внутри, чтобы они там не болтались и занимали свое место. Итак, мы с вами зафиксировали все вещи, которые нам понадобятся для недельного путешествия. И как видите, у нас еще осталось место даже в маленькой версии. На верхней крышке мы найдем с вами вот такой вот сетчатый карман, который позволит вам отделить, например, домашнюю одежду от основной части вещей. Есть дополнительный карман, который в данной сумке играет роль полноценного объема. И сюда можно сложить все, что вы хотите отделить от ваших вещей. Здесь также есть дополнительный небольшой сетчатый карман для мелочей. И здесь у нас небольшой внешний карман, который на самом деле достаточно вместительный. Сюда можно поместить даже довольно большой планшет. Если вы заполнили не весь объем, то внешний объем можно скорректировать с помощью вот таких вот компрессионных внешних ремней. Они располагаются с двух сторон сумки. Фиксация занимает у вас не более минуты. В данной сумке все ваши вещи будут защищены как от погодных условий, так и от недоброжелателей. От недоброжелателей вас защитит вот такая вот фиксирующая система, которая позволяет навесить вам два разных замка на каждую молнию, либо один цельный и пропустить его через пластиковую петлю. Молния защищена полиуретановым покрытием, которое защищает от дождя или снега. Молнии также оснащены специальными пуллерами со светоотражающими вставками и резиновыми вставками. У основного отделения наконечники имеют вот такую вот форму, что позволяет их использовать, даже находясь в перчатках. Все ваши вещи будут легко перемещаться с помощью вот таких вот больших пластиковых колес, которые оснащены мощным протектором, который позволяет, соответственно, сумку легко перевозить как по снегу, так и по песку, ну и, конечно же, по асфальту в том числе. Сумка не будет пробуксовывать, это важно. Вот такие упоры не позволят сумке перевернуться даже при полной максимальной загрузке. Серия Caldera первая в истории от бренда Eagle Creek, которая оснащена чипом NFC. Данный чип позволяет вам зарегистрировать вашу сумку и отследить ее местонахождение в том случае, если она потерялась. В качестве дополнительного изыска вы можете посмотреть, в каких странах побывала ваша сумка и сколько она успела налетать. Итак, это была серия Eagle Creek Caldera Wheeled Duffel, 100 литров и 70 литров соответственно. Выбирайте снаряжение с умом. Всем спортмарафон, всем пока!